Йоу, чуваки, в костреме есть сабвей. Ура, вай-фай. Всем привет, с вами Даня Тянов, это вторая часть костромского влога. А сейчас я в парке каком-то костромском около, на берегу Волги, точнее, а не около. Около Ленина. Он такой стоит сверху, а снизу какая-то дырка. Такое солнышко приятно светит. Вот здесь можно на БМИ катать. Жопа Ленина. Здесь так красиво, так солнышко светит. Мне нравится забираться на крышу домов, и там такие красоты открываются. I'm ready to go. Now come on, now crank this motherfucker up. Young money. Берега Волги, ну, точнее не берега Волги, а самой Волги. Такое солнышко сейчас с уточками красивое. Сейчас мы спустимся к самому берегу, вот тут уточки! Уточки! Ветер дует как джаст, я иду по заборчику, сзади мост. Я попытаюсь показать как можно памятников и достопримечательностей Костромы. И сейчас мы пойдем к памятнику Ивана Сусанина. Блин, солнышко садится. Солнце, стой! Зато настроение хорошее. Йоу, Иван Сусанин. Памятник Ивану Сусанину. Вот эта вот гора, которая к Волге идет, это Молочная гора, и там Волга, он на Волгу смотрит такой и радуется. То, что... Спас Кострому от поляков. Чем у меня в руках 10 рублей, спросите вы. А затем то, что я отдаю их на содержание животных в центре передержки. Это памятник собаке, да. Надо погладить, чтобы все хорошо было. Вот. Это памятник, чтобы собирали деньги, и чтобы все животные в Костроме было хорошо, и они были здоровы. И не бездомные. А мы продолжаем показывать следующий памятник. Вот памятник Юрию Долгорукому, который основал Кострому. Вот уже почти ночь, ну точнее вечер. Солнце зашло, птички уже не поют, а ложатся спать. А сейчас мы с Александром идем в сабвей, чтобы покушать в течение долгого, сложного дня съемок. И я на это с вами прощаюсь. С вами был Даня Кианов и Алекс Брукс. Всем удачи, всем пока!